В Великую Отечественную войну в Куйбышевской области было открыто 54 эвакогоспиталя. В них возвращали к жизни тысячи военных. В одном из таких госпиталей, расположенном в центре Самары на Молдогвардейской, лечили легендарного летчика Алексея Моресьева. Он в боях потерял ноги. О подвиге медика в тяжелые годы войны можно узнать больше на выставке «Эвакогоспиталь как памятник солдату». Это необходимо, это надо помнить, это надо знать. Ну а то, что открыли эту экспозицию, это замечательно, это подготовка к 75-летию, это юбилейная дата. Эта экспозиция призвана в том числе не потерять преемственность с молодым поколением, чтобы они помнили, они не забывали той самоотверженной службе, которую несли медицинские работники. Выставка, которая сегодня была открыта, нам очень важна в связи с тем, что большое количество выпускников этого университета работали и в эвакогоспиталях, работали, уходили на фронт. И мы понимали, что именно благодаря их подвигу, медицинскому подвигу врачей было спасено такое количество жизней. Выставка приурочена к параду памяти. Ее организаторы говорят, тема подвига советских медиков – одна из важнейших в истории победы нашей страны. Без прошлого не может существовать будущего. Мы должны помнить о том, сколько сил приложили наши предки, чтобы завоевать эту победу. Мне запомнилось, что даже в те тяжелые годы, вот голодные годы, были хорошие, честные, добрые люди. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября. Его темой в этом году организаторы выбрали солдатскую славу. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.